И под ваши аплодисменты в синий угол октагона приглашается Магомед Ну что же, друзья, поднимаемся вверх по весовым. Предыдущий бой мы видели в полулегком весе, а это уже легкая весовая категория. Магомед Касумов и Александр Садовский. Магомед Касумов из России, а Александр Садовский – белорус. Достаточно конкурентный бой будет, я считаю. Оба достойные соперники. Очень интересно. Ну что ж, посмотрим, оправдают ли наши ожидания. И его соперник из красного угла октагона — Александр Предыдущие бои подняли такую планку ожиданий, что в этом поединке также ждешь чего-то особенного, яркого. Или финиш, или... Посмотри, какой атлетичный спортсмен Садовский. Да. Очень уверенный в себе, выходит в октагон. Очень мощно смотрится и в легком весе. Для легкого веса он очень... впечатляющую форму имеет. Соперник у него молодой. Проверяют уважение соперники друг к другу. Итак, дамы и господа, разрешите представить бойца из синего угла октагона. Ему 20 лет, рост 180 сантиметров. И сегодня его профессиональный дебют. Боец из России — Магомед Касумов! И его соперник из красного угла октагона. 26 лет, рост 172 сантиметра, профессиональный рекорд — 1 победа, 0 поражений. Представитель Республики Беларусь — Александр Садовский! Соперники представлены. Рефери вызывает на середину. Ждем первый раунд. Александр Садовский дебютировал в ММА, проф ММА в прошлом году. И посмотрим, сумеет ли развить успех. Тогда победил, а сегодня может добыть вторую победу. Или же его противник, дебютант Магомед Касумов, сумеет сразу себе победу присвоить, ну а сопернику первое поражение подарить. Дебютант из региона Кавказа, он вовсе не дебютант. Тоже верно. Ну посмотрим, что у них обычно бывает очень в дебюте сумеет очень показать. Очень большой опыт бывает в любителях выступления. Я думаю, что у этого парня тоже его достаточно. Очень активно начинают бойцы. Да, активный клинч, такая я думаю, борьба в стойке. Будет, да.
Садовский пытается свою мощь включить, показать нам. Колено пытается ударить. А, вот и первый перевод. Сразу переводит Садовский за колено, партер, за ногу. Оказывается, сверху. Так, ну и пытается сразу выйти в позицию для нанесения ударов. Наносит... Неплохие движения. На треугольник пытается выйти. Да, активен в партере. Закрывает треугольник. Ну и что, и посмотрим, как это обороняется Александр. Сможет ли выбраться Александр, очень сложно будет ему выбраться. Да, но тем не менее, он первоначальную опасность немножко пока еще не закрыл до конца треугольник Магомед. Но у него есть возможность затянуть этот захват. А с треугольника выбираться очень сложно. Магомед очень опасен в партере. И, видимо, смотри, Александр защищается Александр. Выходит с этого положения. Александр наверняка уже сейчас будет стремиться вернуться в стойку или как-то обезопасить себя. Нет, я скажу, он себя достаточно комфортно себя чувствует. Просто ему надо опасаться именно от выходов на болевые удушающие приемы от Магомеда. Он достаточно подвижный в партере, особенно опасен снизу. Как ты видишь, он постоянно активный и пытается снизу заходить на приемы. Да, показатель особого мастерства в партере. Джиу-джитсу, да. Хорошие навыки в партере. Очень хороший грэплинг. Опять пытается закрыть треугольник, смотри, Магомед. Опять закрывает треугольник. Накидывает, захват. Немножко потерял активность поединок. Не сказал бы, что он потерял активность. Он очень активно проходит в партере. Это поймут только те, кто очень хорошо разбирается в борьбе, в грэплинге. Он достаточно активно. Ребята очень много сил тратят, энергии. И бои очень напряженные. Добивание проводит Садовский сверху. Хорошо попадает. Тренер российского бойца прямо рядышком с ним и подсказывает. Но Александр развивает успех. Хороший, ну и вот, пошел активный разряд удара. Хорошую позицию занимает Садовский, да. Магомеду надо выбираться оттуда. Обезопасить себя с этого положения. Потому что очень жесткие локти пробивает. Ну что, посмотрим, хватит ли Магомеда, чтобы... Эти удары забирают очень много энергии, добивания тоже. Да, но Магомеду пока что нужно, конечно, все это перетерпеть. Снова... Очень много попадает Садовский, очень много. Либо снова попытаться... Пассивная защита... У Магомеда, я думаю, что... Сейчас может быть остановка, да. Может Очень быть. Жесткие удары стали прилетать. И уже нет сил на то, чтобы просто 40, перекрываться. Минута 40 остается. Магомеду надо все-таки попытаться улучшить свою позицию. Снова пытается завязать сейчас. Или же сипануть соперника, оказаться сверху, проконтролировать его. Или же встать в стойку, попробовать себя в стойке. Потому что очень опасное добивание. Александр старается амплитудные удары наносить. Встает. Опять добивает. Больше минуты. Рефери активно смотрит, внимательно смотрит и сейчас может, конечно, остановить, если будет пассивная защита. Очень жесткие удары прилетают Магомеду. Я думаю, что сейчас будет остановка боя. Возможно, но очень стойко себя проявляет Александр... Магомед. Уважение с каждой Магомеду. Новой минуты Александр все вольнее себя чувствует 58 в партере. Секунд. Стоп. Все-таки останавливает. Все, поединок. Остановка. Рефери побеждает досрочно Садовский. Поздравляем Александра. Хочется отметить его соперника за стойкость. Молодой парень. Я думаю, что у него хорошие навыки борьбы. Все-таки через некоторое время, я думаю, мы можем увидеть его еще раз. Сильнее. Ну вот в этом случае, мне кажется, можно даже сказать, что Александр, вот начиная где-то со второй, даже третьей минуты, начал перемалывать соперника. Магомед был жутко опасен в начале. Все-таки намного силен физически, крепче своего соперника Александр. Физическая мощь сыграла свою роль в этом бою. Потому что очень плотно треугольник закрыл Магомед в начале боя. Очень опасно было для Александра. Я вот смотрю вот на Александра. Вот этот бой и не продлился до второго раунда, но он был очень конкурентный. Вот смотрю на Александра и думаю, сколько он гоняет во время весогонки. Победу над техническим нокаутом одержал
Ну и вот момент триумфа. Конечно, нужно разделить с командой, что и случилось для Александра. Ваши аплодисменты. Александр, поздравляю. Ты с первых секунд был просто невероятно заряжен на победу. Пара слов. Ты все выполнил, что ты хотел. Бой пошел по твоему плану. Победа есть! Победа! Аплодисменты!